Как творческие люди, мы часто находимся в одиночестве. А если точнее, в публичном одиночестве. Единственное, что спасет нас от эгоцентризма профессии, это ансамбль.
Сегодня в этом зале присутствуют участники 4-й международной летней театральной школы Союза театральных деятелей Российской Федерации. Представители Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Италии, Казахстана, Коста-Рики, Киргизии, Латвии, Ливана, Литвы, Македонии, Монголии, Молдовы, России, Сербии, Словакии, США, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Туркменистана, Франции, Эстонии и Южной Осетии. Четвертая международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей Российской Федерации объявляется открытой! Успешной вам учебы и творческих побед! Да здравствует школа! Ура! Сегодня поздравляли студенты-выпускники театрального института имени Бориса Щукина, художественный руководитель курса, педагог летней школы Родион Юрьевич Овчинников. Спасибо. На этом наша церемония закрыта. Счастливого вам пути!